Ребята, поехали! Vacation! Сегодня прибыли во Флориду, Палм-Бич. Вот, пожалуйста, контент пошел, пальмочки. Взяли новую машину, он только травер газуя. А я так чуть-чуть решил снимать. Тут девочки еще не... Таня сюда, он говорит, что сюда специально, но тебя так наводят специально. Этот. Стреки пальмы зеленые, красивые, Ваня. Мы шли на фривей и едем до хаты, где мы сняли хату. Там уже ждут некоторые друзья. Выехали вот на дорогу. Где-то 30 минут ехать до хаты, то и не мы там восстановимся. И пока изучаем путь дорогу. Ну, немножко радуемся. Чуть-чуть. Да, мы еще только на пути. А вот когда уже поужинаем, радость будет великая. Те столбы свечи, да, так это. Раньше там была мода такая. Вот вам и Флорида. Это солнышко появится красиво. Нет. Ну конечно, мы поедем еще тот край, там где еще больше зелени. Кажуть, я газую, кум рулює, чи як, ну, капаша рулює. Ну, трафіка нема, все нормально. Ми тут договорились, щоб воно все очистили для нас дорогу, щоб не було у нас лишньої тривоги. Ребята, давайте все потрошки, потом дальше продолжение следует.